эти кадры мы снимали несколько лет назад для другого фильма. Тогда вот в этом доме произошло страшное событие. В 27-й квартире были убиты заведующий отделом Республиканского комитета профсоюза работников торговли Эмма Бурилина и ее друг Айвар Озолинш. Это случилось в конце мая, в субботу, около полудня. Вот так они стояли, убитые, как стоят сейчас понятые. Это видеозапись следственного эксперимента. Обвиняемый дает показания на месте преступления. Вот здесь вот в этом месте стоял, я выхватил пистолет и направил на них. Вам решается на тем пистолете, это дальнейшее. Следователь может... по особо важным делам Ян Скрастин. И сказал, чтобы не двигались с места. Чтобы не было ни крика, что ли, не двигались с места, иначе я буду стрелять. И что, ну, в общем, я потребую деньги, и мне покажут, где они находятся. Я... В общем, я смутно представлял, что я буду делать, но, в общем, вот где-то вот так я предполагал. В какое-то мгновение они стояли, а потом женщина как-то улыбнулась, двинулась мимо меня и рванулась в сторону двери, на... вот здесь вот. Я, по-моему, стоял где-то вот здесь вот, на... И она одновременно начала кричать, на... Я ее пробовал задержать. Пистолет был направлен, по-моему, в сторону мужчины. И мужчина тоже так вот как-то дернулся и как-то рванулся ко мне. Я не знаю, я выстрелил тут же. Женщина кричала еще громче и побежала к двери. Я догнал ее, пытался остановить, как-то схватил. Я точно не помню, как это происходило. Она очень сильно кричала, просто ужасно кричала. И я... Я точно помню, что я не хотел ее убивать, потому что... Правдивость его показаний оценит суд. А мы вернемся к личности потерпевшей. Вот в республиканской печати была опубликована статья «Хищники», в которой уже говорилось о том, что хозяйка этой квартиры вела не совсем праведный образ жизни. В чем ее, так сказать, неправедность? Ну, во-первых, она, работая ответственным работником, получала подарки, мягко говоря, которые фактически можно считать взятками. Кроме того, эта женщина совершала спекулятивные сделки и не стесняется этого, которые и привели ее фактически к гибели. Преступником является человек, который тоже был связан с Бурилиной через других лиц. И она для него доставала так называемый товар для спекуляции, в связи с чем убийца и знал образ жизни людей, которые проживали в этой квартире. Кстати, по данным следствия, обвиняемый, в прошлом студент, тоже не был бедным Раскольниковым из романа Достоевского. Он получал от отца строителей Сибири по 600 рублей в месяц. Они шли друг другу навстречу, преступник и его жертва. Это полотенце из пионерлагеря, мелочь, конечно. Но хозяйка квартиры и в малом, и в большом перестала различать границу между государственным и своим. Наказание могло быть достаточно суровым. За взятки, неоднократные. Не знаю, как решил бы суд, но по закону от 8 до 15 лет. За спекуляцию от 5 до 10 лет лишения свободы. Но потерпевшая в своей ненасытной погоне за деньгами о последствиях не думала. Преступление и наказание. Вспомним строки из романа. Тут весь вопрос, изверг ли я или сам жертва. Да, и жертва. Жертва гибельного выбора жизненных ценностей. Предварительное расследование
длилась около 2 лет. Оно и послужило толчком для более глубокого осмысления того, что произошло. Уважаемые члены судебной коллегии, итак, закончилось судебное следствие по уголовному делу, которое мы рассматривали в течение 2 месяцев. В ходе расследования была установлена непосредственная причастность к данному преступлению Лысенко и Долгова, а также других лиц, косвенно связанных с преступлением, путем передачи оружия, парабеллума, из которого были произведены выстрелы Долгова, потерпевших. Уважаемые члены судебной коллегии, назначая меры наказания подсудимым, вы, естественно, будете учитывать общественную опасность и тяжесть совершенного, все конкретные обстоятельства дела и личность подсудимых. Считаю, что личность Долгова, совершившего из скоростных преступлений убийство 2 людей, представляет повышенную опасность для общества. Оправдывать преступление Долгова нельзя ничем, ни его признанием совершенным, ни его молодостью. Поэтому, товарищи судьи, я считаю, что не имею морального права просить для Долгова другой меры наказания, как смертной казни, и считаю, что это будет справедливо. В отношении Лысенко, несмотря на то, что он является организатором вооруженной банды, считаю, что нет оснований применять исключительную меру наказания в виде смертной казни, поскольку он не являлся исполнителем преступления, совершенного 26 мая 1984 года. Но это, товарищи судьи, не укладывается в сознание, что из-за денег, из-за какого-то куска джинсовой ткани можно отобрать самое ценное, что есть у людей, это их жизнь. Долгов молод, безусловно. Он, как и принято в суде, после прокурора выступал защитник. Оставалось ждать приговор. Семья наша развалилась. Последние годы они довольно натянутые отношения у них были. Это было видно, они несколько раз ссорились. Конечно, выяснение их отношений не носили столь бурного характера, как в некоторых семьях порой бывает. Но в конечном итоге семья развалилась. Это было в 1975 году. Так получилось, что сестра с мамой уехали, а я остался с отцом. Ну, отец сразу, как только мама уехала, через некоторое время он женился на... Ушел жить к жене, мне оставил свою квартиру. Я фактически был предоставлен самому себе. Причем наши отношения с отцом сложились так, что практически помогал мне материально, денег он никогда не жалел. Собственно, все и ограничивалось этой материальной помощью. Все ограничивалось материальной помощью. Вот как они сложились наши отношения в Синегорье с ним, так они в таком плане это и продолжалось уже потом, и уже по приезду в Риге. Понимаете, я, насколько я понимаю, я со временем начал спекулировать с отцовскими чувствами. Иначе это не назовешь, понимаете? Как спекуляции привязанностью отца ко мне. Почему это произошло? Мне кажется,
Мне кажется, что отец был, мне казалось, что отец был неискренен со мной. Неискренен, что он буквально покупает мою привязанность к себе. Что он, что я как бы какой-то камень преткновения в отношениях между отцом и матерью. Чувствовалось такое, что он... Это вроде козырной карты, понимаете? Так оно и есть. А почему ты не поехал к матери? Если она была для тебя кумиром и, так сказать, всегда. Вы знаете, вот тут-то... В том-то и вопрос, что... Ведь... Вот мама... Вот... В своем объяснении, дает объяснение, что вот как я не могу понять, как получилось, что сын забыл уроки детства. А я не могу понять, о каких уроках она говорит. Она же воспитывала, видимо, добро в тебе. У нее не было времени, буквально времени воспитывать меня. Она была постоянно занята. Ну, все же женщина, тем более, довольно серьезная, тяжелая, ответственная работа у нее была. Тем более у нее было много неприятностей по работе. Вот как раз я имею в виду конец 60-х годов, начало 70-х, она вынуждена была менять место работы. А в связи с этим мы переехали в Чержовну. Так вот получилось, что у нее буквально, если так можно выразиться, не доходили руки до нас. Вот я был более близок к отцу, был больше привязан к нему. И может быть это и сыграло определенную роль в тот момент, когда я должен был выбрать между отцом и матерью. Но этот выбор, как видно, не пошел на пользу мне. Но отец имеет вот медаль за трудовую доблесть, он имеет орден славы. Он своим трудом как-то на тебя не оставлял никакого впечатления доброго, что это вот есть, так сказать, ну, образец жизни, идти каждый день на риск, работать в штреках, работать на гидростанциях. То есть тебя это никак не... на тебя не оставило никакого впечатления его трудовая деятельность, его положение в обществе, так я бы сказал. И мама твоя юрист, помощник прокурора. И насколько я знаю, ей пришлось сменить место работы из-за своей такой принципиальности. Конечно, это вовсе не значит, что ты должен был вырасти праведником. Но все-таки, мама вот пишет в объяснении, что тот Валерий, который жил с ней, не мог обидеть даже бездомную кошку. Но откуда у тебя эта жестокость? Что с тобой случилось? Просто не знаю, как ответить на ваш вопрос. Ну, хорошо. А знаешь, Валерий, у нас должны быть общие воспоминания. В 63-м году я снимал репортаж в Нуреке. Ты ведь там вырос. Вот взрыв под основанием будущей станции. Кстати. А что ты посмотреть фотографии? Меня несколько раз отец брал с собой на работу на объектную. Да, да вот начальник отца. Бутускин? Да. Дядя Миша. Бутускин, я помню его. Ну вот. Знаете, запомнил я. Хотя еще я совсем пацаном был. Да? Может быть, среди вот этих строителей и твой отец. Но у тебя никогда не появилось желания вот идти по стопам отца, обрести профессию взрывника, быть строителем гидростанции и зарабатывать по 800, по 1000 рублей в месяц? У меня такого желания не было. Такие стройки, такой масштаб. Как сказать, я эту атмосферу стройки не ощущал. Вот раньше были, как их называли, четвертаками, машины 25 тонн. Но для меня это как-то, я других машин-то и не видел. Знаете, я, можно сказать, родился на стройке. Да, я и родился на стройке, на Мамаканской ГЭС. Но я начал себя осознавать на стройке. Для меня это не было стройкой. Для меня это был тот мир, в котором я начал жить. Для меня это, собственно, был весь мир. То есть что-то... Само собой разумеющееся. Я другого-то и не видел никогда. Я помню один раз, мне было где-то 10 лет, мы выехали с мамой в Душанбе. Это был такой день, который я запомнил на всю жизнь. Все же это происходило на моих глазах, правильно? Да, но не твоими руками ведь. Но как раз человек, который жил в городе, он же не видел этой тайги. Ведь он не видел этих условий, не видел этой жизни. Для него это просто даже где-то интересно, понимаете?
Мне же хочется посмотреть чего-то другого. Это ведь я уже видел. Хотя я не приложил своих усилий, не работал, это все так. Понимаете, у меня было желание поехать именно в большой город. В крупный город. В культурный центр. Вот, в средоточие цивилизации, что ли. Острое, причем, желание. Чего же ты достиг? Я же вам говорю, что я приехал в Ригу, приехал с одной целью. Получить высшее образование, получить профессию, найти свое место в жизни. И в конечном итоге оставить след, достойный след, то есть в самом хорошем смысле этого слова. То есть ничего плохого, собственно, из детства я и не вынес. Я почему тебе задаю эти вопросы? Я пытаюсь пробиться к сущности твоей. Если бы я сам ее понимал, свою сущность. Потому что все ценности, которые для меня существовали, вот это какая-то переоценка произошла. И довольно резкая переоценка, ведь на протяжении года такие вот перемены происходят в нравственном плане. Вот эта вот резкость, она, наверное, и надломила меня на. Знаете, я бы сказал здесь, о чем идет речь. Вот на протяжении последних вот лет жизни во мне накапливается, с каждым днем какой-то накапливается отрицательный потенциал. И вот определенный момент происходит какой-то качественный скачок, в плохом смысле этого слова. Знаете, есть в астрофизике такой термин «коллапс», «коллапс звезды». Мне кажется, здесь мы имеем дело с каким-то нравственным коллапсом. Не знаю, поняли вы меня? Ну, это в философском плане. А по-житейски, что тебя сбило тут в Риге? Когда я был зачислен на подготовительное отделение, я был назначен старостой подготовительного отделения. Насколько... Да, я знаю. Тебя назначили старостой первого курса, дали власть. Но ты избил сокурсника, и тебя отстранили. Но ведь все еще было впереди. Для меня общественная работа имела большое значение. К тому же это меня... Во-первых, это поднимало меня в собственных глазах. Во-вторых, это ведь дисциплинировало меня. Ведь я был на виду у других ребят. Просто необходимо было. Быть не последним студентом, правильно? Видно, у меня сложилось о себе очень высокое мнение со временем. По мере того, как я был старостой на подготовительном отделении, потом старостой курса в институте. А тут вдруг как бы в своих глазах упал. То есть опять вроде бы стал как все. Я пытаюсь понять, понимаете, тоже вместе с вами. Может быть, я искал какую-то замену, что ли, этому. Может, в конечном итоге, почему я этот центр, жажда иметь деньги, и человек имеет определенные, допустим, большие деньги, он имеет тоже власть. Ну, в другой форме, может быть, да? Может, тоже это позволяет себе почувствовать как-то выше других окружающих людей? Мне кажется, чрезмерное честолюбие, она не позволяет мириться со скромной участью. Здесь речь идет о чрезмерном честолюбии. Не просто о самолюбии, а, наверное, даже о себялюбии. Может быть, о высокомерии. Это черта твоего характера? Была с детства быть честолюбивым, амбициозным? Это пришло со временем, мне кажется. Именно в армии и после армии сразу. Но ты и в школе хотел быть первым, как-то лучшим. Ты спортом занимался, ты как-то... Вот спорт повлиял на это. Спорт сам по себе, он же призван воспитывать человека и волю, характер. Я говорю, во многих вопросах я до сих пор не могу разобраться сам. Для меня это трудно постичь. Скажи мне, Валера, вот этот шаг, так сказать, от
честолюбия, от денег, вот шаг к тому, чтобы уже взять оружие в руках. Это, ну, это большой, так сказать, тебе нужно было сделать прыжок? Или это было уже само по себе легко и просто? Я же я хочу вам сказать. Вот, во-первых, почему я пришел в центр? Я не буду, я уже говорил вам, что я вполне определенных каких-то целей сделать большие деньги, что ли, не имел в то время. А это желание пришло уже позже, по мере того, как я там стоял, спекулировал. Ну вот, видите ли, я не видел... Я убедился в том, что нет ничего... Понимаете, спекуляция сама по себе, как мне кажется, она потому и опасна, наиболее опасна, тем, что она, на первый взгляд, якобы безобидна. Понимаете, то есть спекулянт, он ведь не обворовывает клиента или покупателя, он не грабит его, не прибегает к насилию, даже не обманывает. Я, конечно, не беру во внимание те случаи, когда спекулянт выдает изделие искусственного какого-то пошива производства за... импортную вещь. Ну, я не беру во внимание эти случаи. И даже вот я по собственному опыту знаю, да, вот, что покупатель часто благодарит даже за оказанную помощь, что ли, в приобретении товара, даже жмет руку, дескать, что бы я без себя делал, как ты меня выручил. Вот само отношение людей к этому явлению. Я же говорю, я когда-то еще в институте, еще на подготовительном отделении столкнулся с тем, что студенты старших курсов уходят по общежитиям, не снимая формы, предлагают спекулятивный товар. Причем делается это в открытую. Потом, я знаю, они получают дипломы, уезжают. И как-то, знаете, насколько легко это вот само отношение людей, что ли, к этому. Значит, когда тебя лишили власти в институте, ты пришел сюда, на этот пятачок в центре города, чтобы сделать большие деньги и с их помощью занять то место в жизни, которое ты заслуживала, как тебе тогда казалось. И здесь ты встретил Лысенко, и центр тебя сразу затянул. Ну, не сразу, конечно же, не сразу. По мере того, как я сам к этому... Это досталась мне возможность провернуть легкую какую-то спекулятивную операцию. Понимаете, сразу получил 750 рублей, в течение 2-3 дней каких-то. Сразу такая большая сумма денег. И понимаете, что получить такие деньги, нужно работать в наших условиях, допустим, тем же рабочим, даже высококвалифицированным рабочим, нужно работать где-то 2-2,5 месяца, а тут и получаю за 2-3 дня. Это само по себе уже ошеломляет как-то, да? Такая сумма, и фактически чего она стоила? Легкая какая-то прогулка, поездка в другой город. Ну, скажи мне, пожалуйста, страх перед расплатой, перед тем, что тебя могут арестовать? Ну, сначала такой страх был. Ну вот я говорю, по мере того, как я стоял в центре, несколько месяцев прошло, и, ну, я говорю, нами буквально никто не интересовался. Но ведь торговали фактически, спекулировали практически в открытую. Никто на нас не обращал внимания. Иногда захаживали инспектора, так приглядывались к нам, ну, кого-то забирали, я помню, но через несколько минут он возвращался. Как-то так легко как-то сходило с рук, и, насколько я знаю, на моем веку, пока я там был, не было такого случая, чтобы кого-то посадили, об этом бы сразу все знали, понимаете? Ну какой здесь страх, о каком страхе расплата, что ли, могла идти речь? Не? Потому что здесь еще может быть даже вопрос самолюбия. Не? Ну как и так, вот стоят в центре молодые люди и могут себе позволить и пойти сегодня в ресторан, выкинуть 500 рублей, не? Завтра приобрести, полностью сменить экипировку. Те, кто там посолиднее спекулянты, значит, они могут себе позволить, допустим, 2 раза в год менять машины. Не? А вот я вроде бы не глупее. Закончу институт, пойду работать инженером, буду получать 170 рублей. А человека, который вообще никакого образования не имеет, получает те же 700-800 рублей в месяц. Может, и то я никогда не смогу себе ни сейчас, ни потом позволить то, что может позволить себе он. Я не знаю, как сейчас, я говорю вот о том, что было 2 года назад. Кстати, я охладел. Как-то охладел. Чего-то добиваться такого в жизни. Какая-то апатия, что ли, появилась. Не? Потом образ жизни сам довольно-таки ведь нездоровый. Не? Постоянно посещаешь рестораны. Ведь многие сделки проходят в ресторанах. То есть начинаешь их в центре и заканчиваешь в ресторане.
выпивать начал. Вот эти шумные застолья, которые заканчиваются за полночь. Просыпаешься где-то в обед, а после обеда сразу опять в центр идешь. А так изо дня в день, изо дня в день, и из месяца в месяц. Ты настолько нездоровый образ жизни, что, я так понимаю, он никак не мог способствовать тому, чтобы я сохранил свои какие-то моральные качества, свои достоинства. И что-то и было хорошее, то оно... Ну, просто со дня на день просто на глазах опускался. Я сам этого не замечал. Сам-то этого не замечал. Представляете, какой-то год прошел, какой-то год. Вот между тем, как я пришел в центр, и через год это я уже бил за пистолет. Как велико должно быть это разложение, чтобы вот за год так опуститься, а? Ведь ты когда-то был комиссаром студенческого отряда, а твой друг Лысенко — секретарем комсомольской организации аэропорта. Ничего не скажешь. Я помню, когда мне в первый раз, впервые подошел Лысенко и предложил совершить ограбление, я сразу отказался. Как-то сразу отказался, но к этому вопросу мы возвращались неоднократно на протяжении последующих дней. И вот тут сразу нашелся довод, оправдательный мотив. А, дескать, мы собираемся ограбить спекулянта, то есть человека столь же преступного, как и мы. А, в пистолет залез? А да ерунда, в конце концов, сама она преступница, ничего себе не станет. Получит небольшую встряску, может, поумнеет на будущее. Потому я как-то легко относился к этому. И вот мы идем отнимать эти деньги. Он остается внизу, хотя должен был пойти наверх. Я в последний момент беру пистолет и все же беру на себя его роль. Хотя к этому, собственно, готов не был. Почему развязка таковой и была? И что самое печальное? Знаете, почему я выхватил этот пистолет? Самое печальное, то, что я подумал, а как же сейчас я спущусь вниз, да? И что же скажет Лысенко? Фактически получается, что я же обещал ему помочь. Знаете, тут даже... Мне даже дрожь по коже прошла. Я его в жизни таким не видел никогда. Да. Вот таким, каким я его вижу здесь на фотографиях, я никогда его в жизни не видел. Но это и есть его суть. В жизни он более пластичен. Фотография. В жизни он надевает, может быть, ту или иную свою маску, в зависимости от обстоятельств. Ну, а в то время, когда вы с ним шли в союзе, ты понимал, что за человек влияет на тебя, и с кем ты связал свою судьбу? Знаете, чего я не знал? Я не знал то, что он подлец. Нет, я, безусловно, я тоже подлец. Но, знаете, есть какие-то... Я беру вот наши с ним отношения. Ну, хорошо, допустим, два подлеца имеют общее дело. Делятся, так сказать, плодами своих сделок, своих преступных махинаций каких-то. Дружит. Это уже можно сказать, что в человеке что-то человечное есть, правильно? Что-то хотя бы человечное. А как в нем-то оказалось-то нет даже этого? Оказалось, что он-то мной играл. Ты ее не помнишь сейчас? Это не она. Ну как же не она, когда она? Это не она. Я не имею никакого морального права себя как-то сравнивать с ней. Мне кажется, что мы оба, и она, и я, стали меньше своей судьбы. Это ее золото, которое ты не нашел с перепугу. А это она в молодости. Неужели это она? Да. Значит, это похоже на мою невесту. Видели фотографии моей невесты? Она же была в моих... В моих вещах. Мы с ней познакомились в колхозе, собственно. Ну, это было комсоргом отряда, комиссаром отряда. Это первый мой колхоз, первая моя студенческая осень. Я довольно серьезно к ней относился. Для меня это не было легким каким-то знакомством, легкой интрижкой. Я очень серьезно воспринимал это. Ну, мы подали заявление. Свадьба должна была уже состояться осенью. Потом она защищает диплом, уезжает на некоторое время, в Душанбе ее посылают.
То, что я вот увидел эти фотографии, да что-то, да что-то поднялось во мне, что-то всколыхнуло. Когда трагичнее стало все это. Твоя бывшая невеста вышла замуж, родила сына. Вот послушай, что она говорит о тебе. И пусть это останется между вами. Герсович, вот с высоты моего нынешнего положения, именно с высоты, я многое я вижу, чувствую, воспринимаю все намного острее. Какой-то ответ за прожитую жизнь должен быть. Завтра приговор. Ты на что-то надеешься? Ну, как-то вы задавали вопросы. Этот вопрос был связан с моими переживаниями, вот. Связанными с моим, с одиночным заключением, с тем, что меня ждет. Признаться, иногда становится довольно жутко. И тут как не храбрись. Жутко, да, ну только мысли того, что ожидает тебя. Ты считаешь, что мог бы искупить свою вину? Бывают временами, как наплывами. И от этого, наверное, совершенно нельзя уйти. И тут какая-то вот приходит успокоительная мысль, даже не мысль, а какое-то чувство. Я начинаю думать о том, что, ну хорошо, я уйду. Вы понимаете, в каком смысле уйду? Я не совсем, может быть, и правильно выразил свою мысль. Но вот я думаю, будет лучше от того, что я уйду. Выход ли это? Ведь, наверное, лучше. Я чувствую, лучше, если человек приходит в свою жизнь к чему-то доброму, человечному. То есть, если он уходит из этой жизни человеком. Может, я слишком громко сказал или не то сказал.
Признать виновным Долгова Валерия Владимировича по статьям 72, 149 части, 3, 15 части, 2, 83 части, 1 Уголовного кодекса Латвийской ССР и назначить ему наказание. Согласно статье 38 Уголовного кодекса Латвийской ССР, по совокупности преступлений окончательную меру наказания Долгова Валерия Владимировича назначить смертную казнь и расстрел с конфискацией имущества. Признать виновным Лысенко Виктора Николаевича и назначить ему наказание. На основании статьи 38 Уголовного кодекса Латвийской ССР меру наказания Лысенко Виктора Николаевичу по совокупности преступлений путем поглощения менее строгих наказаний более строгим назначить 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества без ссылки с отбытием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Признать виновной Онищенко Лилию Николаевну по статьям 84, 149, часть 3, 151. Освободите, пожалуйста, зал. Там ничего нет. Пожалуйста, освободите зал. Освободите, пожалуйста, зал. Thank you.
родился в 1960 году. Рос в 70-х. И, конечно же, явился на свет не для того, чтобы в 24 года стать убийцей, а в 27 одеть одежду смертника. И любой, смотрящий на эти кадры, поймет нас, в каком смятении мы переступали эту черту, за которую живому, быть может, и заглядывать-то не надо. Приговор оглашен. Зло должно быть наказано. Все. Ну что еще? Но между нами уже было что-то нерасторжимое. Валерий Владимирович, исключительная мера наказания. Я тебе просто принес вот газетку твоего родного института. В судебном очерке они и мы о тебе пишут, что ты был способен на все самое лучшее, на все самое худшее. И все зависело от того, кто тебя поведет и куда тебя направит. А где же твоя воля была? Нет, я на самом деле не знаю, почему начал стрелять. Нет, меня где-то... Сначала мне очень задевало то, что мне не верит. Конечно, мне все равно, верят, не верят, но сначала это было довольно-таки... Тем более, я же правду рассказывал, я же ничего не скрывал тогда, когда давал, тем более, явку с повинной писал. А вот именно какая-то... Ну, вот что-то вроде как вспышка какая-то, понимаете, вот такая как-то бесконтрольная ситуация наступает, вот весь во власти какого-то чувства своего. Не помню, там в ванной комнате, да? Там было зеркало. Когда мы с Лысенко договорились, что... Когда он сказал, что будет лучше, если перенесу в ванную трупами, с водой. Когда я помню, это кошмар же, когда я переносил эти трупы, это что-то... А потом, когда я опустил ванну, поднял голову, и в зеркало видел свое отражение. Я поразился, я до сих пор вот, очень хорошо помню этот момент, когда я поднял голову от ванны, посмотрел в зеркало, и вижу себя. И знаете, лицо какое-то безумное лицо, и какое-то серо-зеленое. Не бледное, не какое-то смуглое, а именно серо-зеленое какое-то, ну как у мертвеца. Я сам как мертвец там был. Это жуткое было. Ну, а если вспомнить самое лучшее время своей жизни, ты хоть можешь что-нибудь вспомнить? Вот самое лучшее время, Ирфутович. Вот, Ирфутович. Вот видите? Вот,
А все, что было после этого, это... Это человеком был. Да, даже не важно, командира, комиссара. Даже когда меня сняли, я был просто студентом. Это было... Когда я приехал, когда вот я уже здесь, вот я в Риге себя вспоминаю, да, на первом курсе в институте, вот то самое ненормальное, то, что я чувствовал и был убежден в том, что отец мне обязан. То, что я перед ним в долгу, вот этого чувства у меня не было, понимаете. Ведь это очень ненормально, очень нездоровое явление, то, что я чувствовал, что отец мне обязан. И совершенно не чувствовал каких-то ответственности перед ним, перед отцом. То, что я должен оправдать, не то, что его доверие, я должен оправдать его надежды, что ли, понимаете? Ведь, конечно же, каждый отец хочет всего самого хорошего для своего. Каждый отец, каждая мать. Это очень важный момент, очень важный момент. Это до армии, значит, это еще произошло, вот это вот ненормальное. Вот, то, что мы говорим, что это ведь нормальное было. Потери чувства ответственности, вернее, благодарности, обязанности отцу. Да, а к отцу. К отцу, и затем следом уже... Вот одно здесь с другим связано, и перед матерью потом оно исчезает, понимаете? Вот я не знаю, в какой момент это происходит все, но вот, конечно, в итоге, вот какой-то момент я ощущаю, не то, что ощущаю, я знаю, что... Вот я могу сказать уже, что где-то на первом курсе в институте у меня уже не было этого чувства. Вот сейчас я уже могу сказать это. Потому что этого чувства у меня не было, потому что я ведь обязан. А ведь обязанность, чувство долга по отношению к родителям, это ведь, ну а с этого все начинается. К родителям, а значит и к окружающим людям в конечном итоге, понимаете? Да? Если ты не испытываешь признательности, благодарности, не испытываешь чувство долга, обязанности по отношению к родителям, ну откуда его взять по отношению к прочим людям? А? К обществу, да, в конечном итоге. Ты это почувствовал в 8 классе, в Синегорье, когда отец строил Колымскую ГЭС? Тогда это и началось. Когда мы со школьной парты приходим в жизнь, вот это очень важно, чтобы мы увидели то, к чему нас готовят. Нас готовят к честной, порядочной жизни, к борьбе. Тут очень важно, чтобы мы видели, не только видели какие-то отдельные примеры, но то, что сама вот эта атмосфера созидательного труда, честного труда, порядочного, доброго отношения людей друг к другу, чтобы это было видно, да? Чтобы как-то чувствовал, что ты попадаешь, а вот я хорошо чувствую, да? Что вот тут какая-то нестыковка произошла. Но мы считаем, нас учат, нас воспитывают. Что человек человеку друг, товарищ, брат, да? И что, соответственно, отношение между людьми такое должно быть, да? Отношение человека к человеку, отношение человека к труду, к своим обязанностям. И тут мы попадаем со школьной скамьи в жизнь и не находим этого. И вот я хорошо сейчас, отчетливо помню вот это вот чувство неудовлетворенности. Причем кого-то обухом по голове ударили, то есть я попал в жизнь, в настоящую жизнь, и нашел там того, чего, собственно говоря, меня учили, понимаете? Таких примеров в жизни очень и очень много. А ведь каждый такой пример, он же отпечатывается в сознании человека. Особенно в молодом сознании, когда человек еще не окреп, когда нет у него стана, нет характера этого. Вот, допустим, возьмем армейскую действительность. Я служил 2 года в Советской армии. Ведь ты был сержантом? Ну, отношения между военнослужащими были довольно-таки скверными. Довольно напряженная обстановка была. Причем этому не уделяло совершенно никакого внимания, как-то смотрели на это сквозь пальцы. То есть, ну, так существовала такая зависимость обычно. Солдаты первого года службы зависели в основном от солдата второго года службы. Причем зависимость вплоть до мелочей. Особенно это ощущалось в быте. И какой-то инцидент произошел между курсантом, товарищем, да, и сержантом другого взвода. Но тот его видел перед всем строем. Стал оскорблять. И вот мы все стоим. Взвод стоит. Все комсомольцы. Сержант у нас комсомолец, да?
Я ни то слово не сказал, и я в том числе. Дело в том, что грубейшее нарушение солдатской дисциплины, армейской, воинской дисциплины, то, собственно, на чем и строится боеготовность. Потом комсомольское собрание, об этом же вопрос никто не поднимал. Собрание проходило так, ну вот, то, что называют показуха, провести, поставить галочку. Очень сильно меня это просто убило, понимаете, где-то искалечило даже. Я вот несколько раз обращал ваше внимание вот на то, что у меня вот очень гадкий осадок. Очень гадкий. Ты же был командиром радиостанции, дышал. Да, был командиром отряда. А как ты воспитывал своих солдат? Дело в том, что я Ерфутович. И еще такой вопрос. Ведь то, что ты проделал в квартире Бурилиной 26 мая 1984 года, ты прости меня, но по сути, это же напоминает карательную акцию. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю? Я не знаю, говорил он или нет. Если бы в то время, когда, не дай бог, когда я стоял в центре, и он совершенно откровенно говорил, если бы в то время, когда я стоял в центре, не дай бог, началась бы война, я был бы первый, кто пришел бы на призывной пункт. Потому что это нужно, Герфурчич, вы не так нельзя, не так сразу. Если человек преступник, значит, это уже предатель Родины. Так нельзя говорить. Я не верю в то, что все преступники были предателями Родины. Я не верю в это, понимаете? Я читаю книги, да, и там часто встречаю такое. Вот он сидел, уголовник, да, и как правило, вот этот тип, конечно, в итоге предатель. Так получается, продвязки сюжета. Я не верю в это, понимаете? Это разная степень падения, понимаете, предать Родину и стать преступником. Мы были у твоей матери в Туркмении. Послушай. Просто у меня уже нет ни слез давно, ничего у меня уже нет. Вас никогда не бросали дети? Вас не предавали дети? Он зачеркнул все, что, чем я жила. Даже доброго имени у меня этого не осталось. А чем вы объясняете, Галина, что он все-таки вот вас вот в решающий момент покинул вот в 15 лет и переехал к отцу? Вы знаете, как мне было больно, когда я подумала, что он, по всей видимости, не захотел ехать. Тогда, когда, став старше, он понял, что я инвалид, а он такой, знаете, здоровый, красивый мужчина. И, как папаша его говорит, сложен, как Аполлон. Он не сказал, что ему сына жалко там или что-то, когда он приехал в прошлом году. Он мне только одно сказал, при чем его все это? И зачем мужчине вообще этот аполлонский облик? Как у Есенина, молодая, красивая дрянь. Помнишь? Я ему просто однажды написала, что Валерий, когда-нибудь предательство матери тебе обойдется боком. Потому что ты забыл самое главное, жалость к людям. Ты знал, как мы живем с Мариной? Ты знал. Как у тебя хватило совести просить еще у меня деньги, когда ты получал деньги от отца? Как ты мог? Неужели ты забыл, как мы с тобой всегда вместе ладили, как мы с тобой жили, как мы с тобой, собственно говоря, решали судьбу всей нашей семьи? Ведь ты же у меня и на базар ходил, и в магазин ходил. Ведь на тебе держался дом. Ты вспомни, я в положении была, ты полы начал мыть. А тебе всего 5 лет было, ты первый раз помыл полы, и первый раз пошел за хлебом. И все на улице автобусы останавливались, пропустите, Валерка идет за хлебом. Ну, нас же все там знали, нас же ведь там горсточка была первых-то. Ну, Реки. Ну, конечно. Откуда у него вот это такие, знаете, взгляды дикие-то, в общем, собственно говоря, и на деньги, и на понятия, на все это. Да, он сейчас все осознал. Сейчас он осознал. Мне кажется, что в таких ситуациях многие начинают понимать. Надо оказаться наедине с собой, да. Чтобы прийти, да. Как он сказал, к самому себе. Он так и сказал. Ну, в общем-то, это закономерный процесс. Конечно, конечно, конечно. Как он попрощался с вами, Валерий? Вы знаете, он хотел меня обнять, но потом посмотрел, что я не кинулась, так сказать, в объятия. Он по голове меня погладил и отошел. Да, я действительно его не целовала, не обнимала и не плакала. Не знаю, в то время, когда я его видела, для меня был просто идейный враг. Вы знаете, я такая ошарашенная была, когда он мне сказал, что это он действительно сделал.
Потому что я ехала, я думала, что это все же неправда. И когда он сказал, что да, это так, а следователь пытался мне доказать, что, вы знаете, это случайность, он мне говорит, что не было, мол, здесь преднамеренного. Умысла. Да, умысла, мол, не было. Я ему только сказала, вы меня извините. Я ведь юрист, зачем мне такие вещи-то говорить? У кого нет умысла, тот не берет оружие в руки. Может, вы хотите ему что-нибудь сказать? Что я могу сказать? Валерий, я ему уже тогда сказала, что каждый получает то, чего он хочет. Я больше сказать ничего не могу. Он к этому шел. Да, несмотря на то, что она настолько лет старше меня, настолько лет опытнее меня, настолько вроде лучше разбирается, да, меня, а я вот в чем-то чувствую выше ее себя, понимаете? Она не сидела 20 месяцев здесь, не ждала смерти, она не знает, что это такое, да? Я и спать не могу. И очень начинаю бояться, всего начинаю бояться, стука, малейшего стука начинаю бояться, страх. Даже и... Я начинаю бояться снов. Пурилины вижу очень часто. Вот мужчину не вижу. Не знаю почему. Вот, может потому, что только Бурилина постоянно разговор идет. Да? Вот ее вижу. Да? И причем я ее никогда не видел живой. Только труп. Очень часто я вижу вот эту квартиру. Будто бы я хожу по этой квартире, потом вдруг заходят в эту квартиру люди какие-то. Причем знакомые люди, но ведут себя как следователи, как вот эти вот. А незнакомые люди по Чержову, там, вот, по другим городам. И ведут перепись вещей, ну, занимаются, вот, вещи какие-то проверяют, записывают, все это, да? А я как бы со стороны хожу и смотрю на все это. А на меня никто не обращает внимания, я как будто дух какой-то бесплотный какой-то хожу, вот я смотрю на то, что вот это осмотр квартиры идет, это все это. И я видел, как будто бы я маму хоронил. Несколько раз. И будто бы не хотел, никак не мог могилу найти, понимаете? Будто бы землю не могу купить для могилы. И я захожу в комнате, она в комнате лежит в гробу. И крышка уже накрыта. Я хочу поднять крышку, не могу никак открыть, хотя знаю, что она тут лежит. И думаю, сколько дней уже прошло, надо же хоронить. И никак не могу эту землю купить. А в другом сне никак не могу, то есть она просто умерла, я никак не могу гроб купить, вот какие-то вот такие вот. А вот тут я вижу себя мертвым, да, и как вот лицо искажённое, я с трудом себя узнаю, но я вижу, что это я. Смотрю на себя, и потом вдруг, и хочу уйти, никак не могу уйти, вот как-то, и знаю, что это сон. Знаю, что это сон, что надо проснуться, хочу проснуться, и не могу никак проснуться, и... Просыпаюсь, и потом до утра уже не могу уснуть, и потом несколько дней хожу, это что-то страшное творится. Много хороших книг. Я читаю и забываюсь полностью. Я совершенно не ощущаю вот той обстановки, в которой нахожусь. Я очень увлекаюсь этим героем, этим сюжетом, волнуюсь за него, переживаю. То есть живу этой книгой, живу этим героем, этим человеком. Вот, живу, потом раз очнулся, другую книгу схватил, да? А вот такой сон стоит только увидеть, да? Это выбивает из колеи. Я не могу, книгу беру, я читать не могу. Ничего не могу. Меня как-то страшно, жутко становится. И все давит на меня. Мое вот это положение, в котором я оказался. Ну, вот все это вместе. И то, что ожидает меня. И такое состояние, что я ощущаю себя, ну... Вот я говорю, что в Бога я, конечно же, не верую. Но все же вот боюсь. Не самой смерти, да? А вот какое-то вот такое чувство, да? Вот это не то, что какой-то суд должен быть там, да? Нет, не суд и не Бог, нет, тут что-то другое. Это, наверное, то, что называют совестью. Вы, наверное, может быть, даже удивитесь, Гершвольдович, да? Самый большой страх я испытал там, в квартире. Я не знаю, буду я такой страх испытывать там, когда меня в стенке поставят. И самый большой страх я там испытал. Ну, может быть, не поверите, но казалось бы, что такое она? Да.
Что за силы гнала туда? То, что было там, это... Это все, это ерунда, вот то, что там было, это... То, что это было страшно. Ты написал уже вторую просьбу о помиловании. Потому я себя, Герц Вольфович, презираю. Потому я довольно хладнокровно воспринял, когда мне 2 дня назад принесли отказ в помиловании. Я вам говорил, что я сам не раз сам себе желал смерти. Я же... Ну что вы думаете, что я лгу, а? Я здесь 20 месяцев сижу, Герц Вольфович. Вы не догадываетесь, что такое 20 месяцев здесь сидеть? Я презираю себя, презираю. Я так презираю, что я себя не то что ненавижу, ненависть. Кого ненавидно? Человек, у которого все было и который... Я говорю, вот я иногда вот думаю, я не могу понять, как же это. Я настолько себя презираю. И дай Бог, чтобы мне все отказали. Надо быть трусом, чтобы до сих пор на себя руки не наложить, понимаете? Ведь я трус. Я давно должен был уйти, понимаете? Давно. Вас почему же, Герц Вольфович? Я так люблю людей. Чем дальше, тогда тем больше люблю. Я буду любить даже тех, кто меня к стенке поставит. Те, кто стрелять будут, я буду любить их, понимаете? Вы не понимаете, что это такое. Вы только любовь живут любить.